Добрый день, мои уважаемые зрители. Продолжаем вести тему обстановки в Армении и Нагорном Карабахе. Ну вот новая тема, заявление армянских политологов. Гражданская война в Армении началась и находится в гибридной стадии. Об этом заявил Аршавир Гарамян на своей странице в Facebook. Гражданская война – это вооруженное противостояние различных политических, социальных, этнических групп из-за внутриполитического кризиса внутри страны. После революционный кризис Армении привел к краху экономики страны, глубокому национальному, социальному, идеологическому и политическому расколу общества, так и вследствие формирования атмосферы нетерпимости и ненависти. И сейчас, в общем, идет гражданская война, называется ее гибридная стадия. Ну, вот сейчас основная опора Никола Пашиняна, по мнению армянских политологов, это Азербайджан и полиция. Ну, ответьте на фотографии. Никол Пашинян, как сказать, национальный герой Азербайджана, вот ему флаг вручили, обнимается с Ильхам Малиевым, и вот его группа поддержки окружили, не дают подступиться, охраняют, как сказать, лидера нации. Раньше Никол Пашинян все время критиковал тех, кто у власти. В годы работы крикливым оппозиционером он обвинял власти в том, что не вцепились в свои кресла. Сейчас он сам вцепился в кресло премьер-министра, причем зубами он вцепился, зубами. Ну и что он тут? Он, в общем, по его, как сказать, ну, как правильно выразиться, он во всем виноват, в том, что остались десятки тысяч людей бездомными, уменьшил границы Армении и превратил нашу страну в какое-то условное государство. Никол Пашинян не уходит, так как боится, боится физически. Он знает, либо пойдет под суд, либо будет растоптан. Ну, теперь вот, сейчас он занят двумя вещами. Удовлетворяет народ Азербайджана, правильно делает, и финансирует полицию. Цель одна – остаться у власти. Так что вот, он сейчас в дружбе, в согласии. Ну и правильно, он сейчас огромные деньги вливает в охрану себя и в полицию, чтобы власть продлить как бы максимально на этом посту. Ну и вот сейчас идет, говорю, тема гражданской войны. Уже на крыше здания правительства Армении замечены снайперы. Видите, снайперы сидят с винтовками. Так, отметим. Уже с утра на площади Сахарова сконцентрировано большое количество стражей порядка в автобусах, поскольку премьер-министр Пашинян должен был посетить третий корпус здания республики. И, в общем, тут на него начали скандировать «Никол предатель». Сотни полицейских окружили данную территорию, чтобы беспрепятственно он мог войти. Ну, значит, вчера его не ранили. Видно, было покушение, стреляли, но у него бронежилет все время с собой. Бронежилет, значит, его спас. Но зато вот избили другого, его соперника. В Ереване избит координатор оппозиционного движения Ишхан Сагатилян. Ну да, что-то знакомая фамилия. Это Дашнак Цуту, мне кажется, лидер он, да. При попытке задержания полицейскими избит координатор движения спасения Родины Сагатилян. В общем, его избили и повредили ему лицо. Ну, а да, это Дашнак Цутун выступает против Пашиняна, они все митинги организовывают. Но полицейские, которые, так сказать, за Пашиняна не дремлют, и его начали его избивать там во время этих протестов. Ну, тут со всеми известный Паргев, его правильно называют архиепископ Паргев Мартиросян. Он сейчас сделал заявление, что армянам надо готовиться к страшному суду.
и спасать свои, как сказать, заблудшие души. Ну вот, он сделал интервью и рассказал, как сказать, свои видения происходящего, миссии армян и пути к спасению. И вот сейчас я вам зачитаю тезисы. «Мы ожидаем день страшного суда». Ну, сейчас, да, обстановка в Армении, конечно, накалена, страшный суд сейчас приближается, как сказать, над армянами скоро будет, как сказать, осуществиться. Есть такие силы в мире, которые пытаются ускорить страшный суд, да, это точно. К концу времени будет сжато, все будет ускорено, все очень ускорено в Армении сейчас происходит. Сейчас у них уже и перевороты, и гражданские неповиновения, и революция уже тут. Чтобы человеку спастись, не надо ему становиться мучеником. Все как будто спят. Да, в Армении все заснули в страшном сне, как они говорят. И как будто в дреме какой-то находится под гипнозом. Да, Пашинян всех загипнотизировал, и все спят. Паргев их призывает просыпаться, сказать, идти на освобождение Армении. Кто такой Айк? Кто был Айк? Бесстрашным воином Бога, противником зла, который его одолел. Он будет гнаться за нами, все время насылать испытания за испытаниями. Но мы, как армяне, должны сознавать свою миссию Айка. Не надо отчаиваться, в общем. Где Альфа, там Омега, и какой-то сатана еще тут, про сатану что-то я не понял. В общем, мы будем стойко выполнять свою миссию, мы будем, не надо сомневаться, и выполним все, так сказать, и все это будет зло остановлено. Ну вот вам заявление Паргева, так что, ну уже да, я видел прогнозы на Армению на ближайшие годы, что-то там у них очень будет, я скажу, не завидую армянам, то ли дракон какой-то на них там огнедышащий типа спустится, и не будет большие очень там у них неприятности какие-то там, в общем, потеря территории, что-то еще. И еще дракон, говорят, китайский, я не знаю почему-то. Не знаю, или может они китайцев пригласят себе на помощь. Но что-то связано с драконом таким. В общем, судьба Армении в ближайшие несколько лет будет, не дай бог, конечно. Так, ну и вот еще. Полиция Армении доводит до конца сдачу страны. Сейчас еще вам тут зачитаю. Такой Абрамян, он часто высказывается, что на разных участках дороги Горе-Скафан, всего 50-100 метрах от трассы, расположены азербайджанские блокпосты, где полиция Армении и пограничные службы безопасны не несут никакой службы. В общем, сейчас все, как сказать, россияне уехали с этих блокпостов, и азербайджанцы придвинулись к ним, а все сами полицейские армянские испугались и удрали в Ереван. Правительство не считает, что это для угрозы Армении или для граждан республики. Но важно, чтобы полиция обеспечивала процесс, как сказать... В общем, у них, я сейчас объясню, что он написал, тут перевод на армянский, на русский неправильно. В общем, Пашинян ясно, что предатель, но полиция тоже, как сказать, предательская. Она вся оставила эти районы, и некому охранять сейчас эти территории. Не представляю, что в нашей правоохранительной системе столько пресмыкающихся, в общем, столько врагов. Сейчас я объясню, что он хотел сказать. В общем, в армянском селе хотят, чтобы российские военные вернулись. Сейчас все стали уезжать с этих охрана, то есть, которая охрана, полицейская охрана Армении, потом эти пограничники армянские и российские уехали. Некому осталось охранять эти территории. И вот теперь село Шинуайр, там это Зангезурия, оно стало, как сказать, без охраны. И там этот глава общины Мурат Симонян сообщил, что раньше эти села были под охраной, считались пограничными, а теперь они
ну, некому охранять. В чем причина, они не понимают. Раньше там, говорю, стояли российские пограничники, они уехали. И это село считалось в списке приграничных. А теперь это село вычеркнули из списков. Он сообщает, что село Шинуайр с населением порядка 2300 человек отделяет Азербайджан от ущелья. Ну, там где-то 5 километров от границы. И оно очень сейчас... Раньше там находились российские пограничники. Вот он пишет. Следили за безопасностью общины больше месяца. Но уже 10 дней, как их нет. Так как населенный пункт больше не считается приграничным. Российские военные здесь не могут оставаться. Но здесь, вот пишет он, притом на смену российским военным армянские вооруженные силы не пришли. В общем, сейчас они... остались вообще, сейчас я вам покажу фотографии, вот, это село здесь, вот граница, вот Лачин тут недалеко, а вот это село, где-то 6 километров я посмотрел, да, и сейчас вообще здесь никто их не охраняет, это село, и здесь сейчас я чувствую, скоро азербайджанские войска, служащие подойдут к этому селу и все, и армянам придется уходить в Ереван, ну, сейчас GPS принесут, все замерят, азербайджанцы скажут, это наша территория, и все. И армяне вперед, в Ереван возвращайтесь. Ну и что тут дальше? Сейчас эту тему продолжим. Ну сейчас пока, говорит, угрозы нет, но потом начнутся, говорит, весна, там начнутся работы на полях. И кто будет вот их охранять? Люди должны будут работать в садах и полях, а граница совсем рядышком, и никто их не охраняет. В общем, ну да, то сейчас эти территории некому охранять. Сейчас они зазывают российских миротворцев, этих самых, ну, с базы, с Гюмри, чтобы охраняли эти территории. Пока вот сейчас некому, не знаю, как они там решат. Будут ли пограничники охранять эти вот села приграничные, непонятно. Но у них есть возможность, вот, автоматы сейчас получат. И, в крайнем случае, если что, вот с прицелами, чтобы... снайперскими, будет отстреливаться. Армяне в приграничных районах страны решили разрешать вооружаться. Вот вам автоматы в руки, вот там держитесь. В общем, как это говорил Медведев, ну вот там держитесь, всего вам доброго, ребята, там, всего вам доброго, до свидания. Таким решением армянские власти планируют повысить чувство безопасности. Очень чувство безопасности. Ага, с автоматами безопасность. Блин, хорошая безопасность. Живешь, у тебя под подушкой автомат лежит. Не дай бог, бля, там жить в такой обстановке, конечно. Ну ладно, ребята, всем спасибо. Сегодня заболтался. Всем пока, до новых встреч.